У главы японского МИДа Фумио Кисиды сегодня запланированы новые встречи в Москве. В Японии ждут заявлений по развитию сотрудничества. Подробности расскажет наш собственный корреспондент в Токио Сергей Мингажев. Премьер-министр Синдзо Абе очень рассчитывает, что президент России Владимир Путин совершит визит в Японию до конца года. Об этом сегодня пишут все центральные японские газеты в статьях, посвященных московским переговорам главы МИД Сергея Лаврова с японским коллегой Фумио Кисидой. Министры встретились впервые за последний год и 7 месяцев. Все это время политический диалог не поддерживался. Издания обращают внимание на то, что в последнее время несколько высокопоставленных лиц российского руководства, в частности Дмитрий Медведев, совершали поездки на Южные Курилы. Реальный вопрос – это главная и, наверное, единственная тема, всерьез волнующая японцев на этих переговорах. Цитата из самой многотиражной японской газеты «Йомиури». Синдзо Абе твердо намерен добиваться, чтобы визит президента Путина в Японию состоялся в течение года. Он надеется, что переговоры министров иностранных дел будут способствовать проведению российско-японского саммита на японской земле и достижению прогресса на переговорах по территориальной проблеме. Хотя особых иллюзий по этому поводу японские обозреватели не питают. Везде приводятся слова Сергея Лаврова о том, что России и Японии необходимо прежде выправить двусторонние отношения, которые в последнее время были отброшены назад по причинам, с этими отношениями никак не связанным. Речь о том, что после украинских событий Япония присоединилась к антироссийским санкциям Европы и США. Именно это стало главной причиной фактического прекращения политического диалога между двумя странами. К тому же все в Токио обратили внимание на заявление российского МИД накануне визита Кисиды. Москва напомнила японцам, что российская принадлежность Южных Курил – это итог Второй мировой войны. И до тех пор, пока японцы этого не примут, сдвинуться с места в решении территориальной проблемы невозможно. Газета «Асахи» по этому поводу пишет: «Россия не изменила своей жесткой позиции по территориальному вопросу, поэтому удастся ли добиться прорыва в застывших отношениях с Москвой и достичь успеха в возобновлении переговоров по территориям, предугадать нельзя». Еще одна цитата из главной в Японии деловой газеты «Нихон Кейдзай». Абе стремится продвинуться в решении проблемы северных территорий, укрепляя экономическое сотрудничество с Россией и, в частности, через инвестиции японских компаний, на которые надеется Москва. Сегодня Кисида будет встречаться в Москве с первым вице-премьером Игорем Шуваловым. Они председательствуют в межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам. Получается, что и деловые контакты с Россией японское правительство тоже рассматривает в первую очередь как средство добиться от Москвы сговорчивости в территориальном споре. Сергей Мингажев, Вести, Токио, Япония.